Okay, I had too much to drink. I don't think I'ma make it home. Все это может значить только одно. Лайфхак. Как складывать одежду для путешествий. Действительно, как будто бы меньше места занимает, все распорядочно, все видно сразу, где что лежит. В общем, рулончики – это круто. Во время пребывания в Корее я, наверное, попробовала все орео, которые были там. Это были орео с розовой начинкой, и с арахисовой пастой, и с карамелью, и какие-то мини-орео, и тоненькие. А вот тут нашла какие-то double stuff. Тоже интересно что-то попробовать. Так что, если вам нужен будет специалист по орео, обращайтесь. И я уже скоро им стану. Да-да. Телепортация. Как мы телепортировались в аэропорт. И почему я ничего не сняла до этого. А все было прозаично. Вылет у нас в 3 ночи. Мы не спеша собираемся. И думаем, ну, наверное, часиком к 10 ближе будем заказывать такси. Такси решили заказывать по приложению Grab. Ни разу до этого им не пользовались. И где-то часов 7 мы такие... А почему бы не попробовать сначала посмотреть вообще, что там будет, а на последнем этапе нажать отмена? Так и сделали, и оказалось, что в нашей дыре абсолютно не было ни одной ни машины, ни такси, ничего. Мы обновляли эту карту постоянно, и на ней постоянно не было машин. Ехать, получается, все, такси вариантов нет. Но есть вариант автобус, в принципе, как всегда мы и ездили. Буквально за 15 минут собираем оставшиеся вещи, одеваемся, сдаем квартиру нашему хозяину, собираемся сюда, и в итоге в 10 где-то, даже чуть раньше, мы в аэропорту. Turn the damn TV on, call her baby girl, and see what the fuck she's on. Forgot to feed my dogs. Oh shit, I know my nigga Roscoe Blown, the nigga bugger shit. He all pissed, so when you round, watch your tones. Don't be talking shit. Oh shit, you better leave that alone. Don't be talking shit. Oh shit. Будучи еще в Корее, мы записали наши ожидания от Филиппин. И ожидания были примерно такие. Итак, ожидания Филиппин. Какие для тебя Филиппины? Хорошие пляжи. Цивилизация. Магазины, супермаркеты. Автобусы, машины. Люди говорят по-английски. Фрукты растут там, либо где-то неподалеку. И, ну, довольно легко купить. Большой выбор фруктов. Очень узкие тротуары, гулять неудобно. Люди немножко тоже, ну, как всегда, суетятся, на работу торопятся, все такое. Острова, ну, такие ровненькие. Мне кажется, что Филиппины будут очень похожи на Гоа. Да, у меня такое представление тоже. То есть будет, да, вот место, где мы будем жить, это будет такая, типа, деревушка, одноэтажные домики, двухэтажные максимум. Дофига-дофига скутеров, суетняк на улице постоянный. Будет много-много овощных фруктовых лавок, но мало каких-то магазинов. Больших. Больших, да. Сейчас мы хотели сделать аналогичное видео, но уже реальность. Твои ожидания совпали с реальностью? Я не помню, что там были заряжать. Я думал, что мы попадем в место, где будет так тихо, спокойно и все такое, но это было очень шумно. Да. Это было очень много народу. Очень много суматохи. Действительно, людей очень много, от этого очень много суеты, очень много какого-то движения ненужного. Насчет фруктов все вроде сошлось. Что тебя радует, да? Да, что меня очень радует. Действительно, много, спелые. Я думала, будет больше природы, но мы выбрали абсолютно не ту местность. Мы жили возле столицы, природы не было практически никакой, кроме того, что мы один раз прогулялись на какую-то лагуну, которая оказалась не очень-то и лагуной. Мы видели из окна какую-то гору, и все. В принципе, мы больше на природу не ездили, не смотрели ничего отдельно. И природы действительно мне было очень мало. Это было похоже на Гоа, это было похоже на Таиланд, но в тех местах лично мне понравилось намного больше. В общем, Филиппины — это не первая страна, куда мне захочется вернуться, если честно. Я в глубине души где-то была очень рада, что мы оттуда уезжаем. My generation don't play, play. We take it every day. You ain't never seen a nigga run away. That's the Anna Hathaway. You worry about your clothes, wing girl. You know you looking great. You look fine. And honestly, them other hoes fake.
They only look good on Friday. Back then when I was hustling in the good, trying to find a catalyst to get a little bigger. What's up, what's up, peace tonight? Let's get right past me, my pipe. Мне кажется, что я начинаю приближаться к разгадке тайны, почему же люди путешествуют, почему это так нравится, и почему, если ты встанешь на этот путь, то навряд ли ты с него сойдешь просто так. Моя теория такова, что именно в путешествии ты должен не просто приехать в страну, что-то увезти из нее, вплоть до что-то приобрести, либо увезти какие-то впечатления свои, но эта страна должна изменить тебя, и если ты возвращаешься из каждой поездки хоть немного измененным, то это и есть вот эта сакральная идея путешествий. На это очень быстро подсаживаешься, и уже без этих впечатлений и эмоций не можешь жить. What's up, what's up, peace tonight? Let's get right past me, my pie. Don't fuck around. Tell stories about our eyes, what they seen in all their lives. Don't fuck around. Now it's time to kill these spies, cause they say the world is ours. Don't fuck around. But how in the world is dying? Third, I noticed that you lied. Don't fuck around. Okay. Let me tell you, little nigga, once again. Okay. I'm a top dog, big boss, no better gear, so than this. Okay. The young lord, do his thing, starts down, no let it stir. Okay. Get her fingers up, raptor head on my banister. Okay. I'm improving my life, never stagnant. Okay. I'll never compromise. I'm just laughing, okay. Unlike you, I love life. It's my passion, okay. All you niggas got inside, little faggots.